Так, мы сейчас идем в копан. Так само схуй, чтобы они обваливают. Да, запах тут такой себе. Сосна. Непонятно с чем. Лэп. Представь, ты ж обратно вылезать. Обратно, мне кажется, будет легче. Зачем я надела белую юбку? Я подумал, эти чаровары, знаешь, то, что... Мало ли. Дальше там есть ступенек. Нету? Вырыли? Да. Сперли. Дальше там пока там. Видишь, там крутой спуск такой. Сел на попу и поехал. Интересно, как они туда достают дроты? Ну, да. Коня приводят, а конь тянет. Коню тоже надо почему-то ступать. Не, так конь наверху стоит, а тут трасса. Нет, зачем вот эта вот штука? На счастье. Гудлак. Донник переводит. О, капает сверху водичка. Жуть. Подожди, а что? А, по-моему, там, да, конец. Вот, тень стена? Мелькнула. Да. Может. Я не в форме, чтобы туда исследовать. Ну, я тоже. У меня были планы на обед еще. Так, теперь надо развернуться как-то. Как же это сделать? А, вот так. Ну, какое все липкое. Бе. Да, тут упадешь. Мало не покажется. Ну вот, вот этим канатом, наверное, и тянули. Это гостиница. А это, видимо, действующее. Видишь, даже замок у себя. Не, замок не висит. Он открыт. И есть замочек. Инструментики разные. Что, думаешь, это цех? Ну, да. Швейцарный. Вряд ли бы копом закрывали, знаешь, что идут грабители, потом тысячу. Вырвут. Это... А, смотри, а здесь поднимали, наверное, там спускались. Вот на той стороне замок, а тут можно так зайти, да? Гвоздь вытянуть. Но, мне кажется, он забит гвоздем. Ну да, вот, двумя. Сейчас достану свой топор. Ну вот. Можем еще к тому забору железному подойти. О, глянь, так тут душ даже есть. А вот это... Они еще дают объявление в газету. Ищем шахтера на копан. Душ, ланч. Да. Жилье. Это Терриконовка.